Защищайте меня! Заперли с той стороны. Крыше где-то должна быть брешь. Умри! Будешь дергаться и попаду по шее. Будет неприятно. А я рад напоследок устроить тебе неприятности. Жалкий трус! Развяжи меня и дай топор! Я ничего тебе не должен. Весь твой клан — треллы да пахари. Эй, ты! Положи свой топор или умри! Ты же должен плыть в Ирландию на корабле с рабами! Но если хочешь стать первой жертвой,
Один будет только рад тебя принять. Ты сам виноват, Эрги. Тор, дай мне силы. Я продам тебя в рабство, Хель. На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись. Сдохни, мешок дерьма. Колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись. Сдохни, мешок дерьма. На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись. Сдохни, мешок дерьма.
На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись! Сдохни, мешок дерьма! На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись! Сдохни, мешок дерьма! И я пощажу тебя. Замолчи и дерись. Сдохни, мешок дерьма. Выпотрошу. Ugh!
пощажу тебя. Замолчи и дерись! Сдохни, мешок дерьма! Сдохни! На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись! Сдохни, мешок дерьма! Помоги мне! Отец, не стоило тебе выпускать этот топор из рук. Если я сдамся, ты пощадишь их? Нет. Возьми свой топор! Нет, Варин! Убейте всех! Варин! Нет!
Эйвор, ты одурманен? Развяжи нас! Что? О, да, сейчас. Спасибо. Главный бой, брат Волка. Добрый человек. Хоть ты и слегка потерял голову. Слушайте, вы можете сражаться. Так давайте вернем корабль. Нас... Thank you.
Смотрись вокруг. Нидинг. Не твой день, Нидинг. Так Браги, на весла. Путь китов зовет нас домой. Молчи!
молчи и начинай грести! Парус! Лови ветер! Ты виноват, и тебе нечего сказать? Мы не понесли потерь в бою, а наши враги заплатили жизнью за дерзость. Что еще говорить? Ну, например, я был глуп, безрассуден, упрям и слеп, а еще я пахну кровью и дерьмом. Я сказал лучше, чем ты. Пускай парус! Ледяная!
Север, смотри! Кто-то решил... Сюнин, укажи путь. Люди Кьотви вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кости. Ходи, поднимай парус! Видимо, легко справиться. Убрать парус! Вальхалла! Вперед, волки! На корабль!
Поднять парус! Йотви придет за нами. И будет сильнее, чем прежде. Не удивлюсь. Эту войну ведет уже третье поколение. Вряд ли Кьотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Может согреть мне яйца? Может, лучше штаны из тюленей кожи? Будь осторожен. Ненависть может ослепить тебя. Он убил многих из нас, не только твоего отца. Ты не один в этой битве. Бьорн будет недоволен, что ты его ослушался. Разумеется. И тебя это не беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я прав. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. Что ты скажешь нашему конунгу о случившемся? Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотви, убили его людей и ослабили его власть. А то, что ты чуть не потерял своих людей, а сам едва не угодил в рабство, это войдет в твою сагу? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Парус. Лидер! Причалим здесь.
Ого, кормилец воронов вернулся. И даже живой. Мы думали, что потеряли тебя. Навсегда. Ты всегда тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась, успокаивая Конунга. Он тобой недоволен. Я так и думал. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям он где-то у Ставангера. Рад слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева своего отца. Ты еще не понял? Набег прошел не слишком гладко? Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей к Йотви. И среди мертвых тел я нашел топор отца. О, после стольких лет. Отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к Конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. Ты сам не свой. Что-то не так? Я не видел топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получил этот шрам. Скорбная память горька. О бедах, о боли. Поговорю с Валкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не тот, что прежде, как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу.